Смотрите это видео до конца, потому что после объяснения механик этой древней техники, в конце видео вас ждет наглядная ее демонстрация в реальных условиях. Ну что, друзья, сегодня второй урок нашего курса по самообороне и выживанию. И сегодня я вам расскажу о тайной древней технике, которая называется атака Вервольфа. Противник – злобный ублюдок. Мерзкий, некрасивый, гаденький извращенец нападает на вас на улице и бьет удар ногой в пах. Вот потому что он мерзкий. Потому что настоящий мужчина никогда не будет бить в пах. Но если на вас напал мерзкий извращенец, как вот он... Есть тайная техника атака Вервольфа, которая тоже без практически больших кровавых последствий может заставить напугаться извращенца, и он от вас убежит. Итак, он бьет ногой вам в пах. Что нужно сделать в первую очередь? Конечно же, сначала уйти с линии удара, убрать ваше сокровенное место от предстоящего урона. Итак, когда наносится удар ногой, лишних движений не нужно делать. Это вот все вот эти мастера кунг-фу, которые псевдо, они любят много движений вот этих вот. Это все лишнее. Лишнее. Делайте прыжок. Вместе с прыжком вы видели, что я сделал. Я поставил руки на момент когтей оборотня. Вервольф. Это сразу же задает психическую атаку, задает страх извращенцу, который на вас напал. Вы одновременно одним движением убираете уязвимое место от удара, с другой стороны сразу же его пугаете. Если сделать лицо пострашнее, это будет еще третья, более продвинутая техника. То есть вы прыгаете, сразу этому обучиться нельзя. Конечно, много движений в голове, там нужно обучаться долго. Если вы хотите поддержать мастера древних техник и 600 тайных ударов, ссылочка в описании. Итак, уязвимое место поражения убирается в момент прыжка. Руки складываются в пугающем движении когтей Вервольфа. Зубы оскаливаются, противнику страшно. Впиваетесь ему. Первое место, которое попадается, и начинаете рвать собакой его. Вот так. Эта техника пробуждает, как и с первым уроком, с гусем, глубинные страхи человека. Потому что перед мистическими существами, сверхсуществами, у человека сидит глубинный ужас, глубинный страх. Поэтому противник деморализован. А вы подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какую древнюю технику вы хотели бы еще узнать. Шутка! Вы не знаете древних техник? Древние техники знают мастер древних техник и 600 тайных ударов. Че, сиги есть?